Так, я подошла, хотела пройтись вот туда, в ту сторону, по этой дорожке, а все перегородили, потому что вот эти понтоны готовят к фейерверку. И мне придется обойти, чтобы выйти с той стороны, мне придется обойти вот через верхнюю дорожечку, через улочку. Вот тут обычно много бездомных сидят на скамеечках. Я там видела парочку такие прям симпатюшные. Такие классновые. И вот магазин Publix. Вот так как это центр самый... Ой, мои любимые полицейские, мои красивые какие. Так как магазин находится в самом центре города, естественно, тут проблема с парковкой. Тут парковка громадная под этим домом. Hello! Hello! Вот уже, вот-вот собирается, прям что-то собирается, дождик, не дождик. Так вот этот Publix, вот с той стороны можно въехать на парковочку, вон машина пошла. И там парковка, конечно, вот под всем этим громадным зданием находится парковка. Но она не только для Publix, но, по всей видимости, для чего-то или для кого-то еще. Еще один красивый. Hi, good thing you do. Какой красивый вообще, какие они все у меня красивые здесь. Орландовские полицейские, ну, я их обожаю. Я их просто обожаю. И пожарников тоже. Такие мальчишки замечательные. Вот начинает уже, начинает себе друганчик. Вот мальчик весь такой на колках сидит. Чтобы этим сходить в Publix, ручки помыть. Вот непонятно, что какая-то безрукая девушка здесь. Кто-то эту скульптуру вот тут выставил. Какое-то оно несчастье ходячее. Просто безрукое ходячее несчастье. И вот кому-то, видимо, она нравится. Или я, может быть, плохо понимаю в такого рода искусстве. Попка какая-то недоделанная. Вместо мозга. Ну ладно, не будем смеяться, ладно. Значит, кому-то это нравится, коли ее выставили сюда. Это произведение искусства. Надо трусишки бы ей какие-то прикупить. Да чего же они хорошие. Пошла в Publix. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто? Я Герман. Герман. Уж полночь близится, а Германа все нет. Здравствуйте, Герман. Вы откуда? Я из России. Из России. А вы меня... Откуда вы меня знаете? Угадайте. Через Facebook. Ой, YouTube? Ну да, вообще-то моя мама фанатка. Понятно. Спасибо. Ничего, что я снимаю? Ничего, что я отстану? Я тоже снимаю. Я могу отстать. Можете так стоять. Давай, мы с тобой на ты, давай. Мне 21, тебе не знаю сколько, 20? 18? Да, почти. Ну ладно, я выключаю камеру.